Добрый день, коллеги. Рады видеть вас на нашей сессии. Называется она очень вызывающе, наверное, «Лес на бирже. Кто выиграет?». Название не случайно. Мы шли практически с 2013 года к тому, чтобы биржевая торговля стала основной частью лесной отрасли. И, наконец, вот в этом году были приняты соответствующие решения в рамках плана по декриминализации лесной отрасли, где биржа уже официально становится маленьким элементом, который должна в рамках этого плана сыграть свою роль. И, собственно говоря, сегодняшняя дискуссия, она именно нацелена на то, что будем делать в ближайшее время, что будем делать дальше. Помимо того, что уже достигнуто на текущий момент, поделимся нашими мыслями по поводу того, что уже произошло. Ну и, собственно говоря, попробуем, может быть, выработать какие-то линии, векторы направления дальнейшего развития сотрудничества для того, чтобы добиться все-таки основной задачи, избавить лесную отрасль от тематики декриминализации, чтобы она стала полноценной экономической единицей экономики Российской Федерации. Я представлю вам спикеров, которые находятся на сцене. И за сценой. Алексей Петрович Майоров, к сожалению, не смог прибыть к нам, но будет выступать онлайн. Людмила Заумовна-Толобаева, также член Совета Федерации, также будет в онлайне. Кузнецова Оксана Николаевна, начальник управления по взаимодействию с территориальными органами координации проектов по развитию конкуренции ФАС России. Алексей Геннадьевич Кошелев, исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края. Гульнара Истафовна Рахматуллина, исполняющая обязанности министра природных... природы и цикличной экономики Ульяновской области, прошу прощения. Максим Михайлович Ницанов будет у нас в онлайне. Это заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края. Андрей Валентинович Куряков, заместитель министра природных ресурсов, экологии, директор департамента лесного хозяйства Свердловской области. Марина Викторовна Труйна будет в онлайне, это заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. Александр Николаевич Мариев, главный аналитик Рослесинфорга на сцене. И Павел Герович Корчагин, генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса, также будет у нас в онлайне. В зале и на удаленном доступе у нас присутствует большое количество представителей различных регионов. Я думаю, все у нас должно получиться. Ну, начну я на... Так, ну начну я, наверное, с небольшой затравки в плане того, что покажу, что было в этом году по сравнению с предыдущим, ну и, собственно говоря, что мы ожидаем в перспективе, что подготовило к бирже к 1 января, поскольку, скажем так, вот переход на обязательную реализацию государственным подведомственным учреждением заготовленной древесины на организованных торгах, она потребовала и от биржи перестройки торговой системы, и то, что мы делали в рамках экспериментов, поскольку тематика и товар древесина достаточно непростой. Вот, мы реализовали в виде нового программного продукта, который заработает с 1 января. Но для начала текущая ситуация. То есть до момента перехода всех регионов Российской Федерации и всех подведомственных учреждений, находящихся в регионах на реализацию биржевой торговли, древесины заготовленной, мы работали, скажем так, на общественном энтузиазме, заключая соглашения с регионами и пытались выстраивать совместные программы по взаимодействию с государственными подведомственными учреждениями этих регионов в рамках того, что мы делали у нас на площадке в секции «Лес-лесоматериалы». Ну, на текущую дату 31 регион Российской Федерации в 6 федеральных округах заключил соглашение о сотрудничестве с биржей. Из них часть регионов на торги вышла, часть так и не смогла этого сделать. Но надеюсь, что с 1 января у нас все получится, поскольку как бы другой альтернативы у нас не будет.
Что касается непосредственно объемов, по этому году они значительно превосходят показатели прошлого года. В кубометрах мы сейчас вышли на объем 2,9 миллиона кубометров. Это на 35% больше аналогичного показателя 2020 года. По рублям 2,4 миллиарда рублей, количество договоров 1741. Ну, если посмотреть нижний график, мы заметили небольшую тематику с тем, что объемы после принятия в июле поправки в лесной кодекс начали снижаться. Ну, понять можно, люди, видимо, пытаются надышаться и снабдить свои семьи последними возможностями свободных продаж без контроля через организованные торги. Что касается непосредственно региональной структуры объемов, ну, по объемному показателю, он, наверное, не самый качественный, потому что есть еще масса других, помимо того, что ну, вот в одном регионе может быть там миллионы кубометров заготовки, в других тысячи, в третьих сотни, и это не самый главный показатель, но мы будем исходить пока из объема именно кубометров. Лидером является Красноярский край, 2,4 миллиона кубометров реализовано в этом году. Вот, по сравнению с прошлым годом, видите, значительный прирост. На втором месте находится Республика Удмуртия, 232,9. Я бы хотел отметить Удмуртскую республику. К сожалению, Денис Николаевич Удалов не смог принять сегодня участие. Он находится в лесу, таксация. Но, скажем так, вот эффект от биржевой торговли, наверное, именно в Удмуртской республике наиболее явно виден. Регион начал зарабатывать, получил дополнительные средства, очень много вложено и в восстановление, и в инфраструктуру, лесоохрана, пожаротушение. Ну и скажем так, вот то, что господведомственное учреждение Удмуртской республики начало еще развивать собственное производство, это не может не радовать. Третье место по обороту занимает Пермский край, чуть-чуть поменьше объема, чем в прошлом году. Нижегородская область, Челябинская область, Республика Бурятия, Вологодская область впервые вышла в этом году. Хабаровский край, Кемеровская область, Республика Карелия, Новосибирская область, Новгородская область, Томская область, Республика Башкортостан также впервые оказалась на торгах в этом году, Забайкальский край и Свердловская область провела эксперимент, тоже небольшой объем в этом году прошел. Также в этом году были заключены новые соглашения о сотрудничестве с регионами, это Иркутская область, новое соглашение, и Сахалинская область. Теперь ключевые события, которые повлияли на ситуацию, которая происходила в этом году и будет происходить в следующем и, наверное, в нескольких последующих годах. Это законодательная инициатива. Прежде всего, 29 сентября 2020 года наш президент Владимир Владимирович Путин утвердил перечень поручений по итогам состоявшихся совещаний по вопросам развития и декриминализации лесной отрасли. И 1 октября 2020 года заместителем председателя правительства Российской Федерации Виктория Валерьевна Абрамченко утвержден план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса. Что в результате мы получили? Двух моментов, которые так или иначе затрагивали слово «биржа». Ну, прежде всего, нужно сказать, что 2 июля был принят 304 ФЗ о внесении изменений в лесной кодекс, где, собственно говоря, в определенную статью вошло требование, что древесина, заготовленная государственными подведомственными муниципальными учреждениями, в том числе при проведении мероприятий по сохранению лесов, реализуется на организованных торгах, проводимых в соответствии с законодательством об организованных торгах. И второй момент, который, наверное, ну, с точки зрения самой биржевой торговли никоим образом на нее сильно не влияет, это постановление 104 от 3 февраля 2021 года о внесении изменений в положение 623 от 26 июля 2013 года о предоставлении информации о заключенных сторонами не на организованных торгах договорах, обязательства по которым предусматривают переход права собственности на товар, допущенный к организованным торгам, а также о ведении реестра таких договоров и предоставлении информации из указанных реестров. Не буду там вдаваться в подробности, он вступил с 5 августа. Смысл его в следующем. На других рынках, более развитых, более рыночных, о которых сегодня уже говорилось на нашем форуме,
в частности, рынок нефтепродуктов, есть, скажем так, регуляторная тематика ценового треугольника, которая используется регулятором для того, чтобы контролировать и своевременно принимать должные решения по регулировке той или иной отрасли. И она складывается из трех индикаторов. Первый индикатор – это биржевой, биржевая цена. И вот, несмотря на то, что как бы биржевые торги были, все-таки ликвидность и объем торгов были недостаточны, наверное, для того, чтобы считать полноценные индикаторы по отрасли. Я надеюсь, что с 1 января мы получим дополнительный инструментарий, и, скажем, ликвидность позволит нам выйти на рыночные показатели. Второе – это индикатор вне биржевой цены. И третий индикатор – это берется netback, то есть экспортная цена. Здесь уже регулятор будет сам выбирать источник информации об этой цене. И вот эти три индикатора, отслеживание этих постоянных трех индикаторов и своевременное воздействие на отрасль, в зависимости от того, как ведут себя индикаторы, вот от этого идет вот это 104-е постановление. Здесь биржа ничего не регистрирует, деньги не берет, это не биржевая сделка. Но при этом, как я уже сказал, она существенным фактором является при регуляторике отрасли. Теперь что мы видим перед собой? Мы провели некий анализ, скажем так, того, что с 1 января переходит в наше ведение. В России в настоящий момент, по данным системы ЛЕС и ГАИС, заготавливают древесину свыше 360 государственных подведомственных учреждений. Покупателями у них выступает порядка 3000 коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей. На биржевых торгах на конец ноября, вот буквально на пятницу, было зарегистрировано 105 государственных подведомственных учреждений из этих 360 и порядка 550 участников и клиентов. Скажем так, вот прирост с июля по ноябрь составил сейчас 36%. С целью популяризации разъяснения федерального закона 304 о реализации древесины на биржевых торгах были проведены нами следующие мероприятия. Это две рассылки по 85 регионам Российской Федерации губернаторам и в подведомственные министерства. А также проведено на текущий момент порядка 70 ВКС и 8 очных мероприятий в различных регионах Российской Федерации, направленных на привлечение и активизацию регистрации господведомственных учреждений в системе электронных торгов биржи. Сразу предвосхищая вопросы, на пару из них отвечу. То есть первый момент, что касается физических лиц и продажи древесины для собственных нужд. В соответствии с законом об оргторгах, на которых как раз ссылается поправка, которая была реализована в 304 ФЗ, все проводится в соответствии с законом об организованных торгах. В соответствии с законом физические лица в организованных торгах не принимают. Соответственно, любые сделки с физическими лицами осуществляются напрямую. На биржу физическому лицу регистрироваться не надо и закупать не надо. Это момент, наверное, номер раз. Второй момент. Не надо всем бежать и к 1 января регистрироваться на бирже, создавая ажиотаж. На самом деле вы работаете в рамках госзадания. Кто-то заготавливать начинает в январе, кто-то в феврале и в течение 12 месяцев. Соответственно, с 1 ноября регистрация на бирже осуществляется в электронной форме. Это значительно проще, быстрее, главное быть к ней готовым. Где-нибудь недели за 2-3 до момента, когда вы понимаете, что вы занялись заготовкой, вы начните параллельно, ну не вы, а государственное подведомственное учреждение, регистрацию на бирже. А раньше смысла никакого нет. Поэтому, скажем так, вот 1 января это не является отправной точкой, что все там 360 государственных подведомственных учреждений должны быть на оргторгах. Это можно сделать в момент, когда вы будете реализовывать. Главное, не вздумайте реализовывать древесину не на организованных торгах, тогда вы столкнетесь с другой правоохранительной системой нашего государства и регулированием, и будут проблемы в связи с неисполнением федерального закона. Теперь, что касается текущей ситуации, 27 регионов свои государственные подведомственные учреждения уже зарегистрировали на торгах. Перечень вы их видите, не буду терять времени на перечисления. Теперь, что касается изменений, которые непосредственно последуют с 1 января, мы их покажем вам где-то 10 января и начнем активно
объяснять переход на новую модель. Те, кто работал с биржей, знают, что мы работали на двух платформах. То есть первая была аукционная, и вторая была классическая биржевая модель. В основной массе использовалась аукционная. Вот эта аукционная платформа будет трансформирована в единую секцию биржевую, лесную. И что там будет непосредственно нового? Где-то оно будет похоже на старое, а где-то будет совсем не похоже. Но мы постарались сделать ее максимально удобной. И с учетом опыта, который мы накопили с 2014 года, реализовать все специфики лесной отрасли вот в этой модели. Безусловно, скажем так, это, наверное, не оптимальный вариант, которого можно было бы достичь. Но будем дорабатывать, но для того, чтобы стартовать, этого более чем достаточно. Итак, вот основные моменты какие? Первое, это односторонний аукцион. Задача, которая перед нами стояла изначально еще в 2013 году, это повышение эффективности реализации государственными подведомственными учреждениями. Именно односторонний аукцион дает нам возможность добиться максимального эффекта от реализации каждой партии, каждого лота, каждой номенклатуры древесины, которая будет реализовываться на биржевых торгах. Второй момент. Все участники аукционов, которые будут проводиться, или торгов биржевых, должны регистрироваться как участники клиринга. Такого раньше не было. Для того, чтобы участвовать в расчетах, для того, чтобы был осуществлен полноценный контроль за исполнением каждой сделки, которая будет заключена на организованных торгах. Третий момент. Появятся составные лоты. Я думаю, многие понимают, что это такое, об этом много говорилось, что это такое. Когда нет возможности разбить на номенклатуры и нужно продать одной партии, лот сложный будет состоять из нескольких позиций. По каждой позиции будет определена своя цена, и вы получите по каждой позиции рыночную цену по результату. Но торговаться будет лот единой позиции, и от изменения цены будет пересчет непосредственно стоимости каждой номенклатуры в единице измерения. И тем самым мы будем достигать рыночных цен по каждой номенклатуре. Там, где это будет необходимо. Естественно, будет применяться классическая схема, когда в одном лоте, в одном товарном инструменте будет одна номенклатура. Следующее – это перемена понятия основного базиса поставки. Здесь мы, наверное, срисовали систему лес-ЕГАИС. Если раньше мы доходили до непосредственно делянки, на которой заготавливалось, из которой реализовывалось, если речь шла о верхнем складе, то теперь основным базисом будет выступать лесничество. При этом в документах, которые вы будете получать по итогам торгов, в документах, которые будут публиковаться до начала торгов, будет в том числе и координаты той деляны, с которой будет производиться реализация, если это будет верхний склад. Если нижний склад, там все гораздо проще. Сразу, также предвосхищая будущие вопросы, я знаю, что он имел место быть, поскольку часть вопросов нам задали до, будет перемена, если раньше по аукционным торгам, которые проводились на внебиржевой платформе, срок с момента объявления о торгах до момента их проведения составлял 30 дней, и они проводились в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а на биржевых торгах по классической биржевой схеме 5 дней, то теперь вот этот односторонний аукцион будет с момента объявления до момента проведения торгов 10 дней. То есть мы сокращаем сроки с момента объявления до момента проведения в 3 раза. Следующий момент. Тоже также удобные торговые инструменты, которые касаются одностороннего аукциона, теперь участники будут формировать самостоятельно, исходя из классификаторов, которые будут представлены в их личном кабинете, в рабочем месте, через который они непосредственно осуществляют управление денежными средствами, потоками, получают информацию и документы от биржи, там же вы будете формировать вот этот электронным способом свои товарные инструменты. Мы их будем только контролировать с точки зрения правильности заполнения, что также значительно сократит время появления инструмента в торговой системе. Следующий момент, об этом тоже много говорилось, мы его реализовали, будет возможно поставка партиями в результате биржевой сделки, если сделка будет совершена на условиях склад продавца.
с оплатой каждой партии в отдельности. Это будет осуществляться через контроль нашего клиринга. Теперь два момента, которые также реализованы в новом программе, но они в большей степени касаются тематики экспорта, которую мы начали в 2019 году, но из-за всевозможных каких-то негативных моментов, которые происходили и в отрасли, и в мире, не смогли до конца довести, но мы продолжаем двигаться и не оставляем данные темы, и реализуем обязательно. Это новые условия поставок на экспорт ФОД «Франкоборд». Поставка на условиях самовывоза товара судами покупателя в порту погрузки, либо забронированным покупателем контейнером с последующей подгрузкой на судно, предоставленной морской линией. И следующий момент – это вместо CPT станции назначения, которая ранее у нас присутствовала в спецификации, будет новое условие поставки DAP промежуточная станция, франковагон промежуточная станция с переходом прав собственности на станции назначения. Это с учетом, скажем, работы над ошибками, которые мы, скажем, отфильтровали, проработали и перешли на новые варианты. Теперь, что касается 104-го постановления, о котором мы тоже говорили, о регистрации внебиржевых сделок. В соответствии с кодами АКПД-2 АК-034-2014, 02-2011, 02-2012 при объеме вырубки заготовки группы лиц производителя за предшествующий год свыше 15 тысяч кубометров при условии, что объем сделки составляет не менее 60 кубометров, которая вступила в действие с 5 августа этого года. 417 компаний из 46 регионов уже приступили к регистрации на нашей бирже внебиржевых договоров. Объем договоров на 25 ноября, мы снимали срез, составил уже более 29,9 миллионов кубометров. Зарегистрировано было 13 212 договоров. Теперь, что касается вот кто, ну это не все регионы, а, скажем так, вот наибольшие объемы. Здесь у нас лидер другой, Иркутская область. Мы все-таки надеемся на ее возвращение, поскольку достаточно длительное время она у нас была лидером на биржевой торговле. Вот. И с правой стороны презентации вы видите перечень по видам лесоматериалов. Что могу отметить? То ли кто-то плохо читает, кто-то перестарался, но мы видим две номенклатуры, которые не попадают под кодировку, указанную в предыдущем слайде. Это дрова и пиломатериалы. Их не так много, 0,7 и 0,03. Люди не совсем правильно, видимо, поняли. Да, мы регистрируем эти сделки, но их регистрировать не надо. Вот. Поэтому, пользуясь случаем, говоря с большой трибуны, мы тут впервые подводим вот этот итог, его еще до этого ни разу не запрашивали. А вот внимательнее читайте, вот вернусь на предыдущий слайд, 02-2011 и 02-2012, 02-2013, 2014 регистрировать не нужно. В общем, собственно говоря, чтобы вкратце погрузиться в тематику, я все сделал. На данном слайде наше представительство в регионах. Еще раз повторюсь, наверное, не всегда стоит обращаться в центральный офис, поскольку в каждом регионе у нас квалифицированные кадры, которые подготовлены и ответят на все ваши вопросы. Практически все крупные федеральные округа нами по представительствам закрыты, по мере надобности откроются новые, но пока и этих, наверное, будет достаточно. Поэтому обращайтесь прежде всего, наверное, в офис, который находится в вашем федеральном округе. А позже мы, скажем так, вот, если вопрос будет гораздо сложнее, в чем я сомневаюсь, я думаю, регион сможет решить свою проблему, ну, перейдет на центральный. Ну, и если какие-то новации, новые предложения, мы всегда открыты к контакту, мы никогда не закрывались. Поэтому еще раз повторю, рады всех видеть вас сегодня. Ну, и давайте начнем наш конструктивный диалог дальше. Так, начнем мы с представителя Росинфорга Александра Николаевича Мариева. Александр Николаевич, задам как бы вопрос погружающий, ну и я знаю, что вам есть тоже что сказать. Первый момент, поскольку Рослесхоз, Министерство природных ресурсов, Рослесинфорг принимали достаточно активное участие при
скажем так, проведение в жизнь вот этих вот решений 34-го и 104-го, и вы много что делаете помимо этого, у вас большие задачи, гораздо шире, чем у нас. У нас есть вопросы взаимодействия нашего с вами. Вот как вы оцениваете, что даст биржевая торговля для отрасли, уже такая закрепленная, это первый момент. Ну и второе, какие-то ваши мысли уже, которые касаются там и 104-го в том числе, и вот нашего с вами дальнейшего взаимодействия. Спасибо, Алексей Михайлович. Уважаемые участники лесной сессии форума, очень приятно быть здесь и рассказать о том, как мы видим общую конструкцию в изменяющемся лесном ландшафте отрасли. На самом деле очень много перемен, которые уже произошли и которые произойдут с 1 января 2022 года, с 1 января 2023 года. И эти перемены напрямую увязаны в отрасли с работой и взаимодействием хозяйствующих субъектов, органов госвласти, субъектов Российской Федерации, государственных учреждений по работе с биржей. Очень непростые грядут взаимоотношения. Очень важно, чтобы в этих новациях государство полностью понимало всю конструкцию и взаимодействие, и самое главное, результаты, которые государство будет получать в ходе получения информации на биржу, в ходе реализации биржевых сделок и в ходе реализации сделок, которые будут регистрироваться, как они, собственно, традиционно регистрировались из 2015 года в информационной системе ЛЕС-ЕГАИС. Однозначно, в ландшафте отрасли биржа с ее открытием вопросов, связанных с ценовыми параметрами сделок с древесиной на региональном уровне, причем очень подробные ценовые параметры, касающиеся каждого вида товарной продукции. Это очень важная тема для создания прозрачности внутри отрасли. И не случайно, вот если бы вы поставили сейчас слайдик, который я там подготовил для того, чтобы здесь показать, мы бы увидели, что вот не случайно вопросы биржевой торговли, они были даны в том числе и президентом Российской Федерации, вот как раз в том перечне поручений, который Алексей Михайлович уже упоминал, это перечень поручений номер PR-1816, он 6 ноября президентом был подписан, и мы намерены его исполнять в 2021 году, в 2022 году. И вот все эти нормы, которые касаются и биржевой торговли, и модернизации информационной системы ЛЕС-ЕГАИС, где также существует информация о сделках, все это вот в перечне поручений также упоминается. Ну вот, спасибо большое, что поставили слайд. Посмотрите, ландшафт отрасли реально меняется, потому что этих поручений очень много, вот их 55 поручений в разных сферах управления лесами оборота древесины. И я тут какие-то отдельные взял, которые как раз говорят об открытии информации для всех сторон, для хозяйствующих субъектов, для органов госвласти, для федеральных органов государственной власти в части сделок с древесиной. Вот видите, здесь есть создание единой федеральной государственной информационной системы лесного комплекса, мы называем ее коротко в ГИСЛК. И посмотрите, пункты, там пунктов гораздо больше, но я только два выделил. Это учет сделок с древесиной и продукцией переработки. Кстати говоря, ведь учет сделок с древесиной, несмотря на то, что в поручении дан, да, он был, он ведь ввелся с 2013 года. То есть поручение дано не случайно, здесь не хватает, очевидно, что некой информации, да, для того, чтобы эту декриминализацию прозрачной отрасли отметить. И учет мест пунктов складирования древесины, то есть где физически находится та или иная древесина, тоже один из элементов этого поручения в рамках сделок. И следующий пункт для нас очень сложный, вот как раз он, который как раз очень сильно меняет ландшафт отрасли, это исключение возможности оформления документов на древесину в случае предоставления недостоверной информации о месте, объеме и видоуправленном ассортиментном составе. То есть, если кто-то не подал документ, установленный законодательством, а у нас таких документов довольно-таки много, это документы отчетные по лесосеке, это документы по транспортировке древесины, появился электронный сопроводительный документ с 1 января 2022 года, вступит в действие.
документы по местам складирования древесины, отчеты по складу, отчеты о местах переработки древесины. Так вот, если их не будет, то хозяйственная деятельность субъекта в связи с тем, что документ не предоставлен, по сути, будет приостановлена, потому что без документа те или иные действия осуществлять будет невозможно. Третий пункт, вот на него еще обращу внимание, это установление требования об обязательной продаже древесины, заготовленной государственными и муниципальными учреждениями на биржевых торгах, за исключением продажи древесины гражданам для собственных нужд. То есть то, что сегодня обсуждалось. Повторю еще раз, вот эти большие перемены вступят в действие с 1 января 2022 года, и, конечно, мы их ожидаем, мы к ним готовимся и информируем все стороны этих перемен для того, чтобы можно было легко, плавно, подготовленно войти в этот новый ландшафт. Но я бы хотел сегодня еще заострить внимание на аспекте, который касается внебиржевых сделок. Это вопрос именно внебиржевых сделок. Это сделки, которые вносятся в лес ЕГАИС и одновременно по требованиям обновленного постановления правительства Российской Федерации номер 623, обновили его 5 февраля 2021 года. Заметьте, 4 февраля был подписан третий федеральный закон, а 5 февраля были внесены изменения вот это постановление правительства. Так вот, с 5 августа производители круглых лесоматериалов, то есть те, кто заготавливает такую древесину, бревна разных видов, лиственные, хвойные, разного качества, они обязаны предоставить информацию о внебиржевых торгах. И биржа здесь выступает не в качестве регулятора, она в качестве технического объекта, информационной системы, куда данная информация вносится параллельно с системой лес ЕГАИС. Требование декларирования сделок лес ЕГАИС как было с 2015 года, так и осталось. И с 2023 года лес ЕГАИС, вы знаете, будет интегрировано в ГИС-ЛК, и информация будет вноситься в ГИС-ЛК. Два этих вида законодательства требования выставляют сильно различающиеся и по охвату, потому что у нас в лесном это бревна, хлысты и пиломатериалы, в антимонопольном это только бревна, хлысты, пиломатериалов там нет, как сегодня было сказано, и более того, даже в круглых лесоматериалах там нет дров. И охват заключается в том, что сделки с древесиной согласно лесного законодательства уносятся с 1 января 2023 года вносится описание, то есть стороны сделки, сроки сделки, значит, объемы лесоматериалов, передаваемых от покупателя к продавцу, но, и причем это касается всех, там нет минимального, максимального объема, да, но не было цены. И цена сделки в лес ЕГАИС будет выноситься только в 2022 году, с момента вступления в силу изменений в постановлении правительства о внесении информации в лес ЕГАИС, которое имеет номер 1301. То есть 1301 постановление правительства. Оно еще только обсуждается, вы его видели на регулейшене, и там как раз вот нормы о том, как цена должна вноситься, они будут описаны. Очень сильно отличается от того, что требуется вот, постановление правительства номер 623. Пожалуйста, следующий слайд. При этом, что хочется обозначить в качестве такого, результата, да, который, конечно, для хозяйствующих субъектов всегда является негативным результатом, в случае, если они чего-то сделали не так или вовсе ничего не сделали. У нас есть КОАП, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, и есть два разных состава административных правонарушений, объектом которых являются сделки с древесиной. Первое, это часть первая статьи 8.28.1, это о невнесении сделок с древесиной в лес ЕГАИС или внесение заведомо ложной информации в лес ЕГАИС, штраф до 200 тысяч рублей. И часть 6 статьи 14.24 КОАПа – это нарушение сторонами договора требований по внесению информации о внебиржевых торгах, это касается только внебиржевых торгов, тоже не представление информации, штраф до 500 тысяч рублей. То есть, какой я хочу сделать вывод? Обязательное требование, выставляемое государством по регистрации сделок, внебиржевых сделок и сделок с древесиной, в принципе,
они, конечно, нацелены на повышение прозрачности и декриминализации отрасли. И мы этого последовательно добиваемся и добьемся, конечно же. И все будет понятно и прозрачно, и ценообразование будет понятно. Но, конечно, очень важно, чтобы наши руководители не пережали здесь ситуацию, и чтобы мы как-то договорились совместно, чтобы наши действия в отношении хозяйствующих субъектов по сбору информации были адекватными и преследуя цель прозрачности и декриминализации, они добились ее, ну, я бы сказал, может быть так, наименьше возможными усилиями, да, то есть так, чтобы не все стороны одновременно делали там 2-3 действия, да, которые повторяют во многом друг друга. Повторю еще раз, разница есть очень существенная и в плане описания цены, и в плане охвата, то есть разница очень большая, но все-таки предмет и то, что хозяйствующий субъект делает и там, это очень сильно пересекается. Нам нужно с вами подумать всем вместе, чтобы Российская Федерация, добиваясь прозрачности декриминализации, конечно же, добилась этого через уменьшение организационного воздействия на бизнес. Вот я это хотел обозначить, ответок нет сейчас, ответа нет. Нормы действуют. И они с 1 января 2022 года, когда еще там ценовые параметры возникнуты в ЛЕС и ГАИС, будут действовать. Никто их не отменяет. Мы должны понимать, что они действуют двунаправленно сейчас и наши усилия каким-то образом объединить. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич. Тут еще был один слайд. Ну да, там это, кстати говоря, по штрафам, но это тоже вопрос сейчас. Я хотел только сказать, что с 5 августа же действует норма, да, у нас по 624-му постановлению правительства. И, значит, у нас-то ведь штрафы идут по невнесению информации в ЛЕС и ГАИС. Как вот видите, здесь, по сути, август, сентябрь, октябрь, ноябрь – это вот число хозяйствующих субъектов, на которые были наложены штрафы. Вот их объем, это там от 6 до 22 без малого миллионов рублей ежемесячно. Это наложенные штрафы за невнесение сведений, за недекларирование сделок с древесиной. Причем там нет цены пока еще, да, то есть в 2022 году цена появится. То есть там еще будет за недостоверную сведения по цене тоже такие штрафы, видимо, налагаться. Наши инспектора департаментов лесного хозяйства по федеральным округам работают очень интенсивно. То есть, видите, у нас каждый день выносятся в ЛЕС и ГАИС 2000 сделок. То есть 2000 сделок, информацию по ним мы получаем. И как бы вот вопрос, вот по сути результат, да, то есть при том, что 2000 сделок выносится ежедневно, да, все-таки там, скажем, в августе 829 хозяйствующих субъектов какие-то свои сделки не внесли и были наказаны. То есть это небольшая доля, но она все-таки существенная. И здесь вот, ну, возникает вопрос, когда возникнут штрафы со стороны, значит, Федеральной антимонопольной службы в этом же направлении, да, то вот не возникнет ли задвоение здесь, да. Кстати говоря, и Федеральная антимонопольная служба наверняка может пользоваться сведениями из ЛЕС и ГАИС. Я почти уверен, что те хозяйствующие субъекты, которые не внесли информацию в ЛЕС и ГАИС, не внесли информацию и в биржевую систему, о внебиржевых сделках. Я почти в этом уверен. Вот это что касается вот такой как бы негативно результирующей, значит, связанной с таким вот двойным регулированием похожей темы. Спасибо еще раз. Оксана Николаевна, я так понимаю, это прям как это, таблица к действию. С учетом того, что ваши штрафы в полтора раза больше, это упущенная прибыль. Шутка. Ладно, я думаю, с пугающими темами мы заканчиваем, будем двигаться дальше. Хотелось бы задать слово Оксане Николаевне Кузнецовой. Есть у нас национальный план развития конкуренции. Там есть ряд пунктов, которые непосредственно касаются лесной тематикой. В рамках этих пунктов должны быть созданы дорожные карты по реализации нацплана, в том числе и на региональном уровне. Расскажите нам, пожалуйста, на каком этапе находится эта работа и какие задачи будут реализованы в ближайшее время. Добрый день, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение. Действительно, на сегодняшний день, ну и вообще, я могу сказать, наверное, с момента издания указа президента Российской Федерации об основных
направлений государственной политики в сфере развития конкуренции 618-го. ФАС России уделяет особое внимание развитию биржевой торговли, поскольку данный принцип заложен в указе президента, о котором я сказала. Но, конечно, безусловно, на федеральном уровне многое делается для этого, в том числе и в части законотворческой работы, развития законодательства и так далее. Но мы все понимаем, что без развития биржевой торговли на уровне регионов обеспечить достижение тех целей и задач, которые на сегодняшний день в этой сфере перед нами всеми стоят, безусловно, невозможно. И вот сегодня как раз в презентации мы видим, что большой как раз информационный блок был посвящен как раз-таки взаимодействию с регионами, заключению соглашений. И действительно, есть уже успехи в данном направлении, но мы понимаем, что останавливаться на достигнутом нельзя. И, безусловно, нужно это движение по развитию биржевой торговли именно на региональном уровне продолжать. В том числе, безусловно, по развитию торгов лесоматериалами. И какие, собственно говоря, инструменты здесь можно использовать? В целях исполнения поручений президента Российской Федерации, которые были даны по итогам Государственного совета по развитию конкуренции, который состоялся в 2018 году, был утвержден стандарт развития конкуренции в регионах Российской Федерации. И в соответствии с данным стандартом все регионы еще тогда в 2019 году актуализировали, утвердили дорожные карты по развитию конкуренции. И эти дорожные карты действовали в течение 3 лет. 2021 год является завершающим годом по реализации того стандарта. И в настоящее время Минэкономразвитие совместно с ФАС России проработали новый актуализированный стандарт. В настоящее время данный проект уже готовится к внесению в правительство. И плюс принят национальный план развития конкуренции на следующий 5-летний период, это на 2021-2025 годы, который также предусматривает поручение субъектам Российской Федерации по утверждению региональных дорожных карт на следующий 5-летний период. И как раз в настоящее время регионы приступили к подготовке этих документов, подготовке проектов дорожной карты. Они должны быть утверждены в соответствии с распоряжением правительства до 1 января 2022 года. И как раз на сегодняшний день совместно с нашими территориальными органами регионы проводят, как я уже сказала, работу по подготовке соответствующих проектов дорожных карт. И если мы обратимся к стандарту развития конкуренции, в соответствии с которым эти дорожные карты региональные по развитию конкуренции разрабатываются, стандарт предусматривает, что дорожная карта может включать в себя и должна включать в себя в том числе и помимо мероприятий непосредственно на товарных рынках, также и системные мероприятия. И как раз в эти системные мероприятия мы в том числе рекомендуем включать мероприятия, связанные с развитием биржевой торговли. И даже когда мы проводили с регионами работу по подготовки проектов дорожных карт еще в первый период, так скажем, на 3-летний период 2019-2020-2021 годы, мы разрабатывали типовую дорожную карту, которая у нас размещена на сайте ФАС России. И эта типовая дорожная карта, рекомендованная к использованию регионами, она в том числе включала в себя несколько мероприятий, связанных с развитием биржевой торговли, которые мы как раз предлагали регионам включить системные. Более того, я хочу сказать, что по итогам реализации мероприятий, предусмотренных дорожной картой, мы проводим оценку, выбираем лучшие практики, на наш взгляд. И по итогам, например, 2019 года ряд регионов, в частности, Иркутская область, Красноярский край, о котором сегодня уже говорилось, Тюменская область, признавались одними из лучших по реализации мероприятий
связанных с развитием конкуренции, как раз, вот, так скажем, в номинации развития биржевой торговли по реализации мероприятий, связанных с организацией проведением торгов как раз лесоматериалами. И мы не только данные, так скажем, вот, успехи, да, вот, в реализации таких мероприятий отмечаем, мы включаем такие мероприятия в белую книгу, которую ФАС России ежегодно готовит. Это книга лучших проконкурентных практик. И, соответственно, данную книгу, да, мы направляем во все регионы для использования в работе, для учета тех практик, которые в ней содержатся. И, кроме того, также по итогам реализации стандарта развития конкуренции Минэкономразвития формирует рейтинг регионов ежегодно. И, ну, так скажем, определенные баллы, да, в целях повышения уровня этого рейтинга регионы получают за внедрение как раз лучших практик. И вот те практики, о которых я сказала, связанные с развитием биржевой торговли, также ФАС России предлагались на рассмотрение межведомственной рабочей группе при Минэкономразвитии как, в общем-то, лучшие практики для соответствующей оценки и, собственно говоря, также признавались рекомендованными для внедрения в других регионах Российской Федерации, безусловно, там, где есть возможность, есть природные ресурсы, которые, соответственно, могут реализовываться через биржевые торги. Ну вот, если коротко, так скажем, о работе именно на региональном уровне и о тех мероприятиях, которые могут быть заложены вот в дорожные карты, и эти дорожные карты используются как еще один инструмент для развития биржевой торговли, ну, мне хотелось бы кратко рассказать. Если будут вопросы, готова буду на них ответить. Спасибо. Оксана Николаевна, спасибо. Напомню для тех, кто находится с нами и в зале, и не только в зале, а в виртуальном пространстве, вы можете через час задавать вопросы любому из наших модераторов, спикеров, ну и вообще вопросы, которые касаются так или иначе лесной тематики, мы обязательно на них ответим, ну, наверное, ближе к концу нашего мероприятия. Вот. А сейчас я бы хотел слово передать Алексею Петровичу Майорову, председателю Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Совет Федерации провел огромную работу, оказал нам помощь, результатой которой стало принятие изменений в Лесной кодекс. Алексей Петрович, вы с нами? Я вас слышу. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для дальнейшей декриминализации отрасли? Ждем от вас мудрого совета. Ну, во-первых, мне бы хотелось от имени Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поприветствовать всех участников сессии 6-го ежегодного международного форума «Биржевой товарный рынок 2021». На сегодняшний день реформа управления лесным комплексом страны набирает обороты. Стратегические направления, заданные президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным в ходе как раз совещания по декриминализации лесного комплекса. Совет Федерации, в свою очередь, принял соответствующие постановления о мерах по совершенствованию государственной политики в сферах лесного хозяйства. И вот как раз мы сейчас переходим к вопросам наведения порядка в отрасли. Часть уже, вот, Алексей Михайлович, вы упомянули, мы сделали это вот биржевая торговля лесоматериалами. Она как раз способствует выходу из тени тех объемов леса, которые у нас зачастую находятся в теневом секторе экономики. Это способствует установлению справедливых цен, как раз уменьшению теневого оборота. Затем нам необходимо обратить внимание, и мы этим плотно занимаемся, соответственно, законодательная база сейчас формируется, и уже фактически почти полностью сформирована, но есть связанные с технические вопросы. Это все-таки
в эпоху цифровых технологий, в эпоху совершенствования механизмов контроля за оборотом всех видов продукции создаются цифровые платформы учета и сопровождения таких сделок. Вот я считаю, что как раз у нас лес ЕГАИС действует уже давно, но жизнь показала, что она несовершенна, что необходимо создавать новые системы. Значит, над этим сейчас активно работает и Росприсхоз, и Министерство природных ресурсов. Мы соответствующее законодательное обеспечение, в свою очередь, уже сделали. Ждем реализации. Вопрос, конечно, непростой. Главное при этом нам все-таки не тормозить развитие отрасли, потому что зачастую, если платформа несовершенна, она не столько способствует содействию развитию отрасли, сколько иногда может сдерживать, скажем так, развитие оборота древесины. Вот, пожалуй, это сопровождение позволит нам тоже отбелить весь рынок, стимулировать как раз честных производителей. Если мы отбелим рынок, соответственно, мы приведем в отрасль инвестиции. Инвестиции тоже крайне необходимо, ведь запрет на вывоз круглых лесоматериалов должен нас сподвигнуть к тому, что у нас должна создаваться отечественная переработка. Определенные шаги в этом направлении делаются, но еще крайне недостаточно. И без инвестиционных, скажем так, проектов мы эту задачу не решим. Вот, пожалуй, в двух словах, на мой взгляд, основные такие направления, с которыми нам надо работать. Спасибо. Алексей Петрович, спасибо вам огромное. Как всегда, сжато, комплексно, оперативно. Мы, наверное, продолжаем. Сейчас хотел бы попросить вывести, насколько я уже получил информацию, результаты первого опроса. Как вот и в первой пленарной сессии, мы задали две тематики сегодня. Первая из них – это то, что касается линейных объектов. На последних форумах, в которых мы принимали участие, это Красноярск, Санкт-Петербург. Везде звучала, скажем, данная тема. Везде есть вопросы, причем вопросов больше, чем ответов. Ну и судя по результату, те новации, которые прошли по статьям 43 и 46, людей не устраивают. Большинство, 55-56%, считает, что требуются существенные изменения. Но при этом, вот, что удивляет, поскольку критика звучала в другом направлении, хотят, чтобы это была биржа. Мы думали, что это будет электронно-торговые площадки. Ну, есть над чем работать в дальнейшем. Собственно говоря, есть у нас предложение, что касается тематики линейных объектов. Мы обязательно вынесем их и в Рослесхоз, и в Совет Федерации, и в Государственную Думу, и в правительство. Возможно, какая-то часть из них найдет понимание и реализацию. Мы продолжаем. Мне бы хотелось предоставить слово Максиму Михайловичу Нисанову. Он является заместителем министра лесного хозяйства Красноярского края. Край, как вы уже видели на моей презентации, является лидером уже не первый год. Ну и мой вопрос следующий, то есть поделитесь вашим опытом, что было самым трудным, самым важным для выхода в передовики, каково вашим подведомственным учреждениям живется в прозрачной такой параллели в плане того, что вы одни из первых регионов, которые вышли на 100% реализацию древесины, заготавливаемой государственным подведомственным учреждением, когда еще не было никаких решений, еще в 2018 году. Максим Михайлович, рад вас видеть, и вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Алексей Михайлович, очень приятно видеть вас всех, скажем так, в таком формате необычном. Всегда приглашаете, всегда приезжаем, разговариваем. Ну, теперь, да, значит, реалии таковы, что, наверное, этот, скажем так, нынешние условия, да, с нашей пандемией, они все-таки обязывают нас разговаривать на расстоянии. Ну, когда-нибудь мы ковид победим и будем встречаться чаще. А, действительно, казалось бы, мы вот совсем недавно, в 2018 году, приступили, да, к практической апробации
вот этого формата при торговле на бирже, но вот уже начиная какие-то итоги можем подвести, да, и за весь период нашего присутствия на бирже лесничество нашего Красноярского края на площадке реализовали более 7 миллионов кубометров. Если по годам, то это в 2018 году, когда мы только начали, это 360, 2019 год сразу 2,4 миллиона, в 2020 мы немного провалились 1,8, вот в 2021 вернулись на уровень 2019 года, это 2,4 миллиона кубометров. Те задачи, которые мы ставили перед собой и перед собой, прежде всего, переходя, да, на биржевую торговлю, скажем так, первыми, это, естественно, прозрачность и открытость механизмов торгов. То есть на сегодня вся статистическая информация, вот, озвученная мною выше, она взята, по сути, с сайта биржи. То есть вся математика, все сделки, все цены, все участники, все прозрачно и доступно. Любой и каждый может посмотреть и отследить уже наш путь по торговле на бирже, по сути, с 2018 года. Что, естественно, нас не может не радовать, и к нам никаких вопросов в этой части не возникает, по большому счету, ни у кого. Ни у государства, ни правоохранительных органов и так далее. Значит, мы очень хорошо и широко, ну, скажем так, увеличили доступность участия в торгах для наших лесопользователей. Естественно, как следствие, это развитие конкурентности, конкурентоспособности именно наших лесничеств за счет проведения торгов. Сегодня, значит, у нас в торгах принимает участие порядка 300 покупателей. Из тысячи, ну, больше тысячи там возможного, это именно столько участников у нас уже зарегистрировано на биржевой площадке. И третья основная задача, это все-таки было формирование прозрачной, открытной, конкурентной цены на древесину. То есть с 2018 года средневзвешенная цена у нас выросла более чем в два раза. С 300 рублей, да, за кубометр до 654. Вот здесь вы видите, да, на графике движение. То есть вот у нас 2021 год тут, видать, ну, сыграла роль и стоимость, и цена на мировом рынке, что даже санитарные рубки у нас по госзаданию тоже очень в приличную сумму выходили. Вот. Раньше мы, в принципе, все наши лесничества реализовывали древесину в рамках мероприятий по охране, защиты и воспроизводству лесов в формате аукциона. Аукционы вносили локальный характер и в большинстве случаев проходили без конкурентной борьбы. Ну, здесь много факторов: и отдаленность, и большие расстояния, и территория, но тем не менее, даже у нас постоянно возникали вот эти вопросы, и действующий механизм предоставления документов потенциальных покупателей непосредственно в лесничество. То есть все, скажем так, мягко говоря, местечковые вопросы решались там на своем уровне. На сегодняшний день все эти вещи у нас, по большому счету, прекращены, и все сделки осуществляются на бирже, что я уже в свою очередь сказал. Открыто, прозрачно. Коротко скажу, что у нас на сегодняшний год, да, вот на текущий момент, в 2021 году, мы уже, значит, объем реализованной древесины составил порядка 2,5 миллиона кубометров. То есть среднеизвешенная цена, я уже про нее сказал, 654 рубля за кубометр. С учетом изменений действующего законодательства и существующих ограничений, вызванных распространением, да, инфекции, мы пытаемся и думаем, как нарастить и развивать, да, вот эту форму торгов. Значит, на следующий год нами уже запланированы санитарно-оздоровительные мероприятия и уход за лесами на площади в 19,5 тысяч гектар.
Мы предполагаем, что в результате выполнения этого государственного задания через биржевую площадку в следующем году мы реализуем порядка, ну, более 2 миллионов кубометров древесины. То, что вопрос задала Алексей Михайлович по поводу, что в итоге-то, да, вы, скажем так, имеете от того, что на бирже ваше лесничество торгуют. И вопрос, поставленный в самом начале, да, форума, кто выиграет, я могу уже на него, ну, скажем так, сегодня ответить, да. Выигрывает однозначно государство, выигрывают наше лесничество. Выигрывает в итоге Красноярский край, потому что мы первые, и мы, скажем так, уже, нам не надо объяснять, как регистрироваться, что делать и так далее. Каждое лесничество, у нас их 61, так на понимание коллегам, если кто не помнит, что у нас где-то порядка 158 миллионов гектаров, такое огромное хозяйство, мы, по сути, вторые по объему леса после Якутии и вторые также после Иркутской области по заготовке. Выигрываем однозначно мы и выигрывает государство. Если посмотреть структуру доходов наших лесничеств, да, начиная с 2018 года, то, ну, получается, за весь период реализации древесины на бирже наши лесничества получили доход в объеме более 4 миллиардов рублей. Ну, как бы не то чтобы какая-то астрономическая сумма, но для лесничества это хорошие деньги. По большому счету 15% от этого ушло на налоги, пошлины и сборы. Где-то порядка 22% это оснащение лесничеств, да, их собственной базы. Вот. Доплаты к фонду заработной платы это порядка 40%. По большому счету, скажем так, это нивелирование тех низких заработных плат, которые у нас установились в среднем по краю, и за счет приносящих доход деятельности и торговли материалами на бирже, большинство лесничеств у нас осуществляет дополнительные компенсирующие выплаты к заработной плате. То есть в итоге скажем так, выигрывают те люди, да, которые непосредственно в лесничествах и работают. Мы надеемся, что совместная работа и дальше будет способствовать повышению эффективности в целом лесного комплекса Российской Федерации и Красноярского края. У меня кратко все. Если есть вопросы, готов на них ответить. Спасибо большое. Спасибо, Максим Михайлович. Надеемся и в следующем году вас видеть в лидерах, тем более следующий год – год вызова. Скажем так, вот эксперименты на площадках закончились. Выйдем на настоящую биржевую организованную торговлю. Я думаю, это даст еще больше эффект, чем был до этого. Спасибо огромное. Ну а мы движемся дальше. Сейчас хотелось бы предоставить слово, наверное, одному из наших близких соратников, но самому отдаленному находящемуся на сегодняшнем мероприятии представителю лесной отрасли, Павел Германович Корчагин, генеральный директор Приморской ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса. Очень интересно как-то. Павел Германович, вы с нами? С нами. Павел Германович, Дальний Восток, да, был первым регионом, где мы начали экспортный эксперимент. Вроде как удачно начали, но потом вот наслоилось. Там сначала китайские проблемы с расчетами решили, потом ковид, потом еще один ковид, потом еще один ковид, потом какое-то вот торможение во взаимодействии с российским экспортным центром, и с таможней, и с фитконтролем. В общем, вроде как движемся, не движемся. Ну и с другой стороны, опять же, вот побывав на форумах, находясь с вами в одном общественном совете при Рослесхозе, знаю, что есть проблематика, связанная с введением запрета на экспорт круглого леса на Дальнем Востоке. Вот скажите, как изменилась ситуация, как Дальний Восток, ну и вообще ваше видение перспектив? Алексей Михайлович, биржевую торговлю лесоматериалами мы
приняли сразу же положительно. И наша ассоциация активно помогала во всех ваших начинаниях, наших инициативах. И вы правильно сказали, мы были, наверное, первые, кто начал отрабатывать внешнеэкономические сделки. В самом начале мы уже обозначили все те проблемы, которые будут характерны для нашего края. Ну и, конечно же, прежде всего, 70% объема внешних сделок это приходится на внешнеэкономические сделки. И на данный момент, и тогда, я считаю, что пока еще у нас отсутствует отработанная схема данных торгов. У нас существует сложность при привлечении иностранных партнеров. Мы тогда говорили, сейчас эти проблемы существуют, проблемы с транспортировкой. Как железнодорожным, автомобильным и морским транспортом, чуть позже я скажу более подробно. Бюрократические препоны при оформлении разрешительных документов, СИТЭС, фитосанитарные и другие. Все это не позволяло, не позволит нам в полной мере выполнить те условия по биржевым торгам. Мы не сможем свои обязательства выполнить. Но мы возлагали большие надежды на то, что биржевые торги помогут нам снять вот эти вот все препоны, так как биржевые торги пользуются поддержкой государства, и очень большая была на это надежда, вы это в курсе. Да, пандемия коронавируса, как у нас, так и за рубежом, внесла значительную отрицательную роль в налаживании хороших биржевых контактов. Перспективы есть. Какая ситуация сейчас? Ну, прежде всего, предприятия нашего края полностью подготовились к запрету экспорта круглого леса. Осуществили, и сейчас основным товаром, с которым мы будем выходить на сделки, это продукция переработки. Как можно продать, как можно дороже продать продукцию, конечно же, это наша задача. И биржевый механизм, по моему мнению, один из самых действенных механизмов. Что, по нашему мнению, также будет, пока еще тормозит. Достаточно серьезная причина. Прежде всего, неясность внешнеэкономической политики. До сих пор нет полной информации о пошлинах на значительную долю лесной продукции с 1 января 2000. Надеюсь, прошу прощения. Да. Нам полностью запретили экспорт всех лесоматериалов, как обработанных, так и необработанных автомобильных транспортом. Закрыты все пункты пропуска, к сожалению. Что касается железнодорожного, ну, наверное, также в курсе наслышали, железная дорога постоянно вводит свои ограничения, а последняя новость, которая поступила, она поступила с китайской стороны, со вчерашнего дня полностью закрыта для нас возможность экспорта в открытых вагонах. А это, как правило, пиломатериал хорошей степени обработки. По сути, у нас сейчас идет транспортная блокада. Мы, конечно, работаем над решением всех этих проблем, и Совет Федерации нам в этом помогает, и наши депутаты. Вот. Ну а что касается еще такого. Сегодня я, конечно, очень много уже услышал о кнутах, но хотелось бы также и о пряниках. Честно говорю, очень большие надежды были на организацию биржевых торгов, чтобы снести все эти бюрократические преграды. Надеюсь, что, конечно же, это случится, и мы в полном объеме заработаем так, как нам положено. И еще один момент, Алексей Михайлович, я хотел бы спросить, может быть, заострить. Древесина, заготовленная при строительстве линейных объектов, разработке месторождений полезных ископаемых, я не услышал пока ни одного слова, ни одной идея, что каким образом будет торговаться она. Пока еще речь идет только о казенной так называемой древесине, ну а вот это. Будет ли сдвижка здесь? Там тоже десятки тысяч кубических метров, которые можно легко организовать и пустить через биржевые торги. Вот. Ну и большое спасибо, что дали мне возможность выступить.
Если есть вопросы, готов ответить. Павел Геннадьевич, спасибо большое. Надеюсь, с телефоном ничего не случилось. Все-таки переживаю. Если что, Стас, телефон. Вот. По линейным объектам, я думаю, мы приступим к разработке модели, как я уже сказал. А на второй момент мы не отказываемся от экспортной тематики. Как вы видели из моей презентации, мы доработали кое-какие базисы поставки. Будем продолжать работать и с таможней, и с РЭЦом, и с фит-контролем, и, надеюсь, все-таки выйдем на реализацию, выйдем на модель, потому что, скажем так, появление индикатора, да еще и в лице биржевой торговли экспортной, я думаю, даст пользу, тем более мы видим цифры, которые показывает таможня, разница на разных погранпереходах одного и того же региона даже составляет разы. В ряде регионов продолжает оставаться ситуация, где иногда круглый лес декларируется по ценам выше, чем пиломатериалы. Это признанный факт, неоднократно об этом говорилось. И создание единых центров ликвидности, создание центров контроля за, по крайней мере, декларируемыми ценами, чтобы они стали реальными. Вот. Поскольку и государство не зарабатывает, и предприятия, по сути дела, не зарабатывают, и опять же, тематика остается в тени, поэтому будем работать над этим вопросом, безусловно. Вот. Ну а мы, наверное, движемся дальше. Одну секундочку. Так, а мы можем двигаться или кого-то подключаем по Zoom? Хорошо. Так, ну тогда мы продолжаем. Хотелось бы предоставить слово. Слово мы уже перебежали. Ну, наверное, скажем так, мы можем уже перейти к такому понятию, как блиц-опрос, поскольку у нас сегодня присутствует ряд руководителей отраслевых различных регионах, как в зале, так и на удаленном доступе. Собственно говоря, единственный вопрос, вот по Нижнему Новгороду вопрос был от министерства, нам защита на ответ насчет 30 дней или как? Так, давайте тогда слово дадим Эдуарду Валерьевичу Леонтьеву, заместителю министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области. Эдуард Валерьевич, мы вас слушаем. Добрый день, Алексей Михайлович, уважаемые коллеги. Рад еще раз с вами пообщаться, пусть, конечно, в формате ВКС. Надеюсь, что следующее все-таки наше это мероприятие пройдет в очном формате. Да, на самом деле вы ответили на тот вопрос, который я бы хотел задать, это по срокам как раз, поскольку это один из важнейших в нашем понимании вопросов, так как все-таки древесина – это такой скоропортящийся продукт, продукция, и необходимо ее реализовать быстрее. Если в двух словах, все же кто выиграл? Максим Михайлович совершенно правильно уже отметил. Во-первых, конечно же, выигрыши государства, поскольку это просто существенно позволило нам расширить горизонт планирования ведения лесного хозяйства. И второе, мы, конечно же, безусловно уверены, что выиграет и потребитель за счет просто элементарного расширения возможности ознакомления с самими лотами и расширения поставок, что бесспорно влияет на стабильность предприятия. Но вопрос все же есть. И он относится, Алексей Михайлович, как к вам, так и Александру Николаевичу Марееву. Предполагается ли интеграция факта сделки на бирже в систему ЛесЕГАИС? Потому что это важно. Вот в настоящий момент, как мне подсказали коллеги из наших учреждений, после регистрации сделки на бирже они своими ручками дали информацию, заносят в ЛесЕГАИС. Соответственно, в любом случае это и время. И, конечно же, хотелось бы, чтобы все-таки данная интеграция состоялась. И последняя просьба по возможности организовать какие-то учебные семинары, может быть, с участием даже нескольких субъектов Российской Федерации для
вопросов, который точно появится у наших, в первую очередь, учреждений, и можно ли потом получить запись нашего совещания, этого нашего мероприятия. Спасибо. Спасибо. Ну, сразу отвечу, что запись, конечно, будет выложена, она предыдущая, и это тоже. Что касается нашего взаимодействия с системой «Лес и ГАИС», да, есть совместная рабочая группа, есть соглашение, есть подписанный протокол, даже были сформированы форматы обмена данными. Но, к сожалению, кадровые перемены, которые произошли и в Рослесхозе, и в Рослесинфорге, ну, приостановили эту работу. Безусловно, она как задача стоит. Вот, она зафиксирована в нашем соглашении с Рослесхозом. Я надеюсь, что вот в следующем году мы все-таки, как это, Александр Николаевич, возьмем обязательства и доведем эту тематику до конца. Тем более, я думаю, вот цифрализовать наше взаимодействие, а с учетом того, что уже прям законодательно даже целый кусок отрасли, торговой ее части, договоров попадает в епархию биржи, ну, было бы правильно все-таки облегчить людям. Мы говорим о там, двойных требованиях к одному и тому же, здесь получается то же самое. То есть мы могли бы облегчить им путь, тем более люди прозрачно вышли, отторговали, у них рыночная сделка. Ну, сам Бог велел ретранслировать ее в систему отслеживания, скажем так, в лес и ГАИС. Вы как думаете по этому поводу? Абсолютно правильный вопрос, и я его поддерживаю. Но давайте вот сейчас посмотрим объективно на то развитие леса и ГАИС, которое предполагается, и которое, о котором мы знаем все. Да? То есть у нас третий федеральный закон вступил в действие, и мы вносим сейчас, согласно этому закону, в 2022 году в саму систему леса и ГАИС абсолютно новые крупные блоки, это электронный сопроводительный документ, место складирования древесины, всю динамику балансовой модели, которая потом попадет во ВГИС-ЛК. И в этой связи я бы иллюзий не испытывал. Мы действительно должны взяться и спроектировать это дело в 2022 году. Но я вам обещать, что в 2022 году будет возможность техническая, да, переноса сразу сделок, которые были внесены в биржевую систему в лес и ГАИС, не могу такое обещание дать. Хотя, вот, что касается проектирования в ГИС-ЛК в этой части, то мы не должны это упустить. Мы обязательно должны, и давайте, может быть, если решение нашего совещания здесь будет, да, то мы и в это решение тоже должны внести, чтобы всем было понятно, что тематика не уйдет, что мы ее в проектировании в ГИС-ЛК и с началом 2023 года включим, чтобы в 2023 году вы уже автоматом перебрасывали сведения в лес и ГАИС. Другое дело, что, конечно, нужно будет сопоставить нормативно-правовую базу, то есть требования, чтобы они соблюдались в полном объеме, и чтобы обе системы, биржевая и ВГИС-ЛК, требования к ним, они были идентичными. Требования по внесению, по формату, формам, да, внесения, по порядку внесения, повторю еще раз, будут проектироваться в 1301 постановлении правительства. Оно только-только еще опубликовано на сайте Regulation, да, и все предложения, конечно же, будут учитываться. Я себе на карандаш это взял однозначно и буду также это продвигать со своей стороны. Ну, мы будем ждать, биржа готова к любому формату, к любым базам данных, то есть вот подстроимся под вас как сможем. Вот. Но мы движемся дальше. У нас прошел опрос номер 2, такой вот ближе к тематике, затронутый Павлом Германовичем Корчагиным. Вопрос был такой: как показатели вашего бизнеса, как на показатели вашего бизнеса повлиял запрет экспорта крупного или повлияет? Ну, на самом деле повлиял, поскольку уже многие начали перестраиваться, кто-то с этим столкнулся. И, скажем так, вопрос перед вами. Ну и судя по ответам, никак не повлиял, но ожидаю снижение показателей после введения запрета – это половина участников. А что самое ужасное, наверное, 33,33% бизнес стал полностью невыгодным. Позитива как-то мало. Будем надеяться, что после введения запрета будет что-то другое.
Ну, как бы запомним данный показатель, наверное, зададим этот вопрос еще раз на следующем форуме. Мы продолжаем двигаться дальше, и вот сейчас я проведу блиц-опрос. У нас в зале и на сцене присутствуют представители ряда регионов. Это Забайкальский край, Ульяновская область, Кемеровская область, Свердловская область. Коллеги, с вашего позволения задам вам набор небольших вопросов и вот коротенько, скажем так, вот попробуйте на них ответить, сами решите. Я знаю, что есть по два представителя от одного региона. Определитесь, кто. Те, кто сидит в зале, вам принесут микрофон. Кто на сцене, отвечайте тогда, как будете готовы на вопросы. Следующее. Хотелось бы услышать ваше мнение, скажем, на выполнение вот изменений в 304 закон, который касается введения обязательной реализации древесины, заготавливаемой государственным подведомственным учреждением для ваших регионов. Ну, если вы участвовали или, скажем так, есть опыт работы на биржевой торговле, как вы ее оцениваете? Ваши планы по заготовке на 2022 год, ну и ваши пожелания к бирже, если они имеют место быть. Скажем так, сразу скажу, что для более обширной беседы у нас еще будет время после окончания нашего мероприятия. Мы будем доступны и с радостью пообщаемся. А так, наверное, ну давайте начнем с Забайкальского края. Кто готов ответить? Спасибо. Да, конечно. Да, ну действительно, там есть наши цифры, они совсем низкие. На сегодняшний момент там что-то 350 кубов, практически ни о чем. И самое интересное во всем этом, что мы тут буквально последние три месяца спасаем от финансового краха наш местный КГСАО «Забайкаллесхоз», потому что у него там кредиторка, тут не хватает денег, там госзадание и так далее. При этом, послушав Красноярск, конечно, мягко скажем, завидно, да, той организации работы, которая в практически аналогичных условиях осуществляется коллегами. Вот. Но мы точно поддерживаем историю необходимости реализации леса через биржу. Забайкальский край, наверное, был первым инициатором регионального закона по борьбе с лесоворами. Если помните, может, эту историю еще лет 7-8 назад, мы первые, кто начал бороться с китайской незаконной рубкой, с теневыми деньгами в лесу. Поэтому вывод крупных арендаторов на биржевую торговлю – это действительно то, что нужно и краю, и экономике. И в том числе и самим, наверное, арендаторам, потому что недобросовестная конкуренция как раз этот бизнес и убивает в большей степени. Вот, что касается наших планов следующего года по Забайкаллесхозу, ну, точно будем регистрироваться, точно начнем продавать, пока примерно это 8 тысяч кубических метров. Но посмотрим, как мы всю эту историю уже сможем реализовать. Кроме этого, у нас еще есть порядка 30 лесопользователей, подпадающих под требования 15 тысяч кубических метров и выше. Соответственно, с ними будем тоже отрабатывать, как это будет на практике происходить. Хотелось бы, конечно, помощи от тех, кто реально сейчас торгует и работает, в том числе сотрудников биржи попросим с нами поподробнее пообщаться и поучить, что называется, наших людей. Но в целом идея нужная, необходимая, и тут как бы вопроса, в принципе, вообще нет. Ну и вторая тема у нас – это то, что было показано, это запрет экспорта по кругляку. То есть тоже актуально для нас. Не, кругляк, конечно, упал за последние три года практически там, в 5-7 раз. Он упал из тех объемов, которые были. Но пока на сегодняшний момент все равно еще продолжается невозможность передела и так далее. Вот. Тут, конечно, согласен с председателем комитета, необходимы инвестиции, тут без инвестиций мы никуда не денемся. Но немножко другая тема, хотя к ней бы тоже не мешало вернуться, потому что это все равно будущее отрасли. Вот у меня, наверное, коротко так. Спасибо. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Гульнара Исфановна. Алексей Михайлович, добрый день, уважаемые коллеги. Ульяновская область завершила подготовительный период перехода на работу на бирже. Мы однозначно поддерживаем, так как биржа для нас – это открытость,
это прозрачность процесса и, как вы уже отметили в своем докладе, план по декриминализации принят на территории Ульяновской области. Губернатором план по декриминализации Ульяновской области также утвержден, и мы приступили к его реализации. Основная задача для нас, первая, переход на биржу нашей подведомственной сети, порядка 4000 мы планируем реализовать на следующий год через вашу площадку. Но для развития лесного хозяйства Ульяновской области это, естественно, переход на глубокую переработку древесины, это развитие новых инвестиционных проектов, как сказал коллега, и мы поддерживаем вас в этом направлении. Ну и для всех нас самое главное, мы должны показать, что лесное хозяйство – это подушка экономическая нашего государства, это открытость и это прозрачность. Спасибо. Спасибо большое. Андрей Валентинович, Свердловская область. Да. Добрый день, уважаемые коллеги. Также хотел сказать, поблагодарить организаторов. Очень важный вопрос, который был вынесен на сегодняшнее мероприятие. Очень коротко скажу, Свердловская область, естественно, поддерживает это прогрессивное прорывное направление, перевод торговли государственным лесом через биржу. Но скажу, какие проблемы, какие вызовы перед нами стоят, я думаю, не только перед нашим регионом и перед другими, и какие вызовы, и мы на какие будем отвечать, и какие вопросы мы для себя ставим для того, чтобы их решить. Вначале скажу, как это происходит сейчас. Авиабаза, у нас специализированное учреждение, это авиабаза, она заготавливает по мероприятиям 600 тысяч кубов в год. Каким образом это происходит? Заключается по 44-му ФЗ договор на рубку и договор купли-продажи. Средняя цена по такой схеме 1200 рублей за куб. Теперь, какие вопросы нужно будет, то есть при такой схеме действующей, я думаю, что мы не единственная в стране, естественно, вся масса проблем по заготовке, вывозке, хранению, она ложится на наших покупателей, наших, значит, контрагентов. Теперь, если и когда будет этим заниматься авиабаза, соответственно, первый вопрос, который мы должны решить, это кадровые. То есть нам необходимы люди, которые будут заготавливать, которые будут заниматься перевозкой, хранением. Второй – это закуп техники, потому что там понятно, что нужна будет соответствующая техника, начиная от заготовительной до сортировочной уже на складах. Третий вопрос, очень сложный, тоже будем решать, это склады. Склады в лесу находиться не могут, их необходимо располагать на землях не лесных. Соответственно, необходимо эту землю где-то найти, она должна подходить под категории и по виду разрешенного использования. Эти объекты должны быть предусмотрены генеральными планами городов и муниципальных образований. Мы эту землю должны на каком-то праве, на праве аренды или по договору купли-продажи приобрести, и там организовать эту работу. То есть это очень сложная юридическая задача, которую будем решать. Следующее – это новое регулирование складов, как они должны быть оформлены, как они должны учитываться. Соответственно, это вопрос понятный, но его надо будет точно так же продумывать. Следующая проблема – это длительное хранение. Если мы выставляем лот на биржу, и он не продается, а у нас в прошлом году именно так и произошло, у нас лот не продался, соответственно, необходимо обеспечить хранение, сохранность этой древесины, и это дополнительные расходы. Ну и последний, седьмой пункт – это финансирование всех выше приведенных мероприятий. Вот вызовы достаточно сложные, цель понятна, к этой цели мы идем, и мы к ней придем, но как это сделать, вот благодаря сегодняшней площадки и после сегодня уже вот такого публичного мероприятия, я думаю, что на ряд вопросов мы получим ответы. Что бы хотелось попросить и предложить для руководства биржи, это методика, и было бы очень хорошо, если бы были макеты документов, подтверждение документов, потому что это очень специфический вид деятельности, основная часть лесной отрасли с ним не была связана, и, соответственно, когда мы увидим документы, как от делянки до продавца движется древесина по юридическому оформлению, конечно, будет намного проще подходить к реализации этих задач. Спасибо. Спасибо. Наверное, как бы заканчивая наш блиц-опрос, хотелось бы предоставить слово, прошу микрофон предоставить Елене Сергеевне Качкановой. Это
заместитель начальника департамента Кемеровской области Кузбасса, лесной регион, который, ну, по сути, стал прорывом в этом году, показал очень неплохие результаты. Вопрос к вам тот же, что и коллегам на сцене. Спасибо. Добрый день, коллеги. Благодарю вас за возможность присутствовать сегодня на данном мероприятии. Отмечу, что мы на лесной бирже уже с 2019 года сначала работали в рамках соглашения, которое у нас подписал губернатор Кемеровской области Кузбасса Сергей Цивилев на просторах Петербургского международного экономического форума. А сейчас уже с 1 января 2022 года это станет нормой. Поэтому мы к реализации древесины готовы на 100%, механизм отработанный, и вся древесина, заготовленная государственными автономными учреждениями Кузбасса, а у нас их 9, реализуется на бирже в 100% соотношении, то есть заготовлена в рамках государственных заданий по охране, защите и воспроизводству лесов и в рамках заключенных договоров аренды. Единственный вопрос, который у нас возникает и который мы хотели бы здесь сейчас озвучить, это вопрос по реализации древесины, полученной в рамках санитарных рубок. Потому что все-таки древесина это уже не ликвидная, и выставлять ее на аукцион мы как бы здесь считаем, ну, не совсем, наверное, целесообразной. Вот. Хотелось бы все-таки получить вопрос на данный ответ. Ну, скажем так, сразу отвечу. У нас это аукцион, но он как раз для этой древесины-то и предназначен. Если что, продастся за столько, за сколько есть, даже дешево, ничего страшного в этом нет, если она уж совсем не ликвидная. Ну а если есть хоть какой-то шанс приподнять цену, то вот этот механизм позволит это сделать. Ну а, скажем так, вот описать все, что можно, стандартное, нестандартное, вот эта вот новая система, она также позволит. А то, что вы освоили именно биржевой сегмент, это мы обратили внимание. Если так будет дальше продолжать, я думаю, даже в лидеры именно в биржевом сегменте в этом году можете выбиться в конечном итоге. Спасибо большое. Я, наверное, отвечу на вопросы, которые поступили, хоть не в очень большом количестве, но как-то так очень сурово, и на этом мы закончим. Чтобы на нас не ругались вовне, что мы не отвечаем. Ну, начнем, наверное, с первого вопроса, который поступил, если вкратце. Вопрос задается с точки зрения господведомственных учреждений и говорит о том, что длина бревен, например, при заготовке и распиловке может составлять 5,5, 5,2, 5,8 и так далее метров. То же самое с диаметрами, они могут быть разные. И как биржа будет с этим работать с 1 января 2022 года? Сразу отвечу, мы предложим вам универсальные инструменты, данные темы нами прорабатывались, поэтому вы обращайтесь непосредственно, и вот с точки зрения там, проработки спецификации вашего инструментария, мы все это сделаем, я думаю, никаких проблем с этим не будет. Следующий вопрос. Планируется ли интеграция биржевой торговли в экспортную торговлю лесоматериалами? Какие в таком случае возможны преимущества по сравнению с прямыми договорами для хозяйствующих субъектов. Ну, как я уже говорил сегодня, попытки, скажем, не то что интеграция, а запустить экспортную тематику, мы их не прекращали и будем продолжать. Мы создадим, в любом случае, как бы создавая какую-то технологию, мы стараемся сделать чуть лучше, чем это предлагается вовне биржевой тематики. Поэтому мы постараемся цифровизовать весь поток от момента заключения сделки на бирже до прохождения товара через таможню. Ну а как у нас это получится и сколько на это уйдет времени, к сожалению, ответить не могу. Как вы видите, и Китай, скажем, и другие страны вводят ограничения. Что будет завтра, наверное, ответить сложно. Следующая тематика. Так. Кто является основными покупателями в лесничествах Красноярского края? Ну, скажем так, очень странный вопрос для меня, потому что количество покупателей в лесничествах Красноярского края достаточно огромное. Мы изучали географию, могу только ответить. Это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Иркутск, Красноярск и так далее. Поэтому подробно ответить на эти вопросы я вам не смогу. Биржевая торговля анонимна, и вот, скажем так, рассказывать, кто что покупает, в любом случае продать своему гораздо сложнее, чем это сделать, договорившись на внебиржевом рынке.
Следующий запрет на экспорт пиломатериалов в крытых вагонах кем введен? Ну, по-моему, господин Корчагин сказал, кем? Китайской стороной. Собственно говоря, у нас он не вводился, да, Александр Николаевич? Это очередные приколы китайской стороны, так же, как у нас там как это, личинки коронавируса были в коре, на рыбе в чешуе и так далее. То есть, ну, вот продолжение шоу Бенни Хилла, только в исполнении китайской стороны. Ну, наверное, на все вопросы я ответил. Если еще какие-то вопросы будут, присылайте, ответим в письменном виде. А я благодарю всех за внимание. Прошу прощения у следующей сессии, что чуть подзадержались. Надеюсь, встретимся в следующем году. Желаю всем успеха. С наступающим вас Новым годом. В общем, всего хорошего. А, ну и да, последний ролик. Говорить о нем много не буду. Как всегда, по традиции, мы награждаем лидеров рынка. В этом году не исключение, небольшие реформации с точки зрения номинации, но сейчас вы увидите ролик. К сожалению, наш формат и участники сегодняшнего формата таковы, что все, кого мы хотели наградить, находятся на удаленном доступе, ну, кроме, наверное, представителей Рослесхоза. Вот. Ну, а героев лесной отрасли, биржевого ее сегмента, ну, вы сейчас увидите на экране. А так, благодарю всех за внимание. Большое спасибо.